Привет, друзья! Сегодня в нашей программе «Косметичка недели», потому что вы очень любите эту тематику, и у меня тут есть кое-что, что еще вам можно показать, и поэтому сейчас я это сделаю. Здесь, как всегда, много. Итак, первое, что я собираюсь использовать в течение этой недели... Кстати, как всегда, дисклеймер, это не вся косметика, которой я буду пользоваться в течение недели, это просто либо что-то новое, что мне нужно попробовать, либо что-то старое, что нужно освежить и снова начать использовать, либо что-то, что заканчивается и нужно помочь этому закончиться. В общем, и этой косметике я буду уделять наибольшее внимание в течение этой недели. Итак, с этим разобрались. Первое. Это BB-крем, супер BB-крем, Skin 79. Вы видели этот тональный крем в... макияжа с серыми Smoky Eyes. Интересно, на канале он уже или нет? В общем, в одном из моих туториалов он будет присутствовать. Это BB-крем очень светлого крема, он цвета, он почти белый, он очень хорошо ложится на кожу, я им очень-очень довольна. Он, правда, кончается, но мне нужно как-то им попользоваться, по крайней мере, пока я светлая такая. И сформулировать свое мнение, как обычно. Следующее, это еще одно средство для лица, это Maybelline Финитон Совершенный Тон. Естественный цвет лица, тональный крем оттенка 02, слоновая кость. Во-первых, он уже кончается и осталось на одно или два применения, поэтому нужно помочь ему как-то закончиться, тем более, что сейчас весна, а это значит, что в какой-то момент я начну загорать, и он будет уже для меня не актуален. Плюс у него кончается срок годности. Я вот где-то недавно его нашла и поняла, что он вот уже совсем скоро истечет, поэтому нужно его использовать до этого момента. Следующее – это румяна Essence Dark Romance, оттенка 02 Red Romance. Это одни из моих самых любимых румян. Они очень темные, очень холодные, очень красивые. Но зима кончается, поэтому скоро они, возможно, будут уже не очень актуальны, поэтому я хочу снова начать ими пользоваться, пока еще есть на то возможность. Следующее – это два пробника теней от фирмы Monave. Есть очень темно-синие оттенка Midnight Blue и есть Dragonfly фиолетовый. Очень красивые цвета, но я ими довольно редко пользуюсь, потому что они лежат в своих этих маленьких мешочках, где-то задвинутые у меня далеко в косметичке, и мне нужно просто начать ими пользоваться, и тем более цвета просто чума. Следующий – это снова тени. Это Шерима Шери, оттенка 906 Pinky Lilac. Почему-то я их забросила, а они довольно симпатичные. Они такие розово-лиловые. Они очень интересные, они здесь смотрятся светло-розовыми, а на веках они смотрятся скорее такими светло-фиолетовыми. Это очень интересно, и поэтому мне нужно снова начать ими пользоваться, потому что они жгут. Кое-что для бровей, что мне нужно попробовать, это Art Visage, карандаш для бровей 407. Мне его прислали, мне нужно его попробовать, понять, насколько он мне нравится. Конец истории. И, наконец, последнее – это помада BU, оттенка 490, Star Lipstick. Это такой горячий розовый цвет, он очень-очень холодный, такой очень насыщенный. И почему-то я им так еще и не успела попользоваться, и это очень большая потеря для меня. Ну и, опять же, пока я светлая, и вот это вот все будет такое в тему, мне нужно ей попользоваться. Составить мнение, рассказать вам. Вы знаете, как это обычно происходит. И это все, что в моей косметичке на неделю. Не так много, в то же время, честно говоря, я бы сказала, что довольно прилично, просто когда я очень быстро про это все рассказала. Так что это вся косметика, которой я буду пользоваться в течение недели особенно активно. Буду что-то тестировать, что-то буду добивать, что-то буду снова одарять своим вниманием и любовью и чаще наносить на свое личико. И да, это, наверное, все. Да. Скажем так, это все. Конец. Спасибо большое за просмотр. Это должно быть напоминанием вам о том, что, возможно, в вашей косметичке лежат какие-то косметические средства, которые вы давно не пробовали, давно не использовали, они просто валяются и пылятся. Достаньте их, используйте их. Вперед. А пока спасибо большое за просмотр. Люблю вас всех. Муа!